Новые погрузчики и экскаваторы выстроились на площадке возле Дома культуры Киндяковка. 98 единиц техники появились здесь не случайно. Они должны отправиться в районы области, чтобы помогать их жителям по хозяйству. За ключами от машин приехали главы муниципалитетов. Губернатор Сергей Морозов провел церемонию вручения. В вступительной речи он дал понять, что история с презентами только начинается. Ну и, конечно, к этой коммунальной технике в ближайшее время мы присовокупим еще достаточно хорошие подарки для всех наших с вами земляков в виде пассажирского автомобильного транспорта. С торжественным волнением чиновники из районов получили заветные ключи. После церемонии глава региона решил лично убедиться в качестве дарованной техники и осмотрел один из бульдозеров. Замечательная техника, а самое главное, доставляет огромное удовольствие о том, что это наша российская техника. Техника, которая может справляться с этими огромными снегопадами. Пополнение районных автопарков стало возможным благодаря соглашению между компаниями «Веб-лизинг» и Ульяновским областным водоканалом. Контракт заключен на 5 лет, его сумма составляет 500 000 000 рублей. Что немаловажно, после завершения договора все машины перейдут в собственность Ульяновской области. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.